Всем привет, с вами Джага. Сегодня мы начинаем играть в Франбоу. Игра Point and Click. Один из моих любимейших жанров. Ну и сама игра, в общем-то, довольно атмосферная. Смотрите, она следит за мышкой. Про маленькую девочку, которая... А сейчас мы узнаем, что с ней. Наверное, узнаем. Я тут чуток поиграл, но далее где-то середины первой главы так и не дошел. Даже на демке не дошел. Как-то так вот случилось, что... Да, мы перезапишем текущий прогресс. Вы уверены? Да, мы уверены. Ничего другого не остается. Все хорошо. Я словно на небесах, как бы говорит девочка. Наверное, это ее имя Франбоу, я не уверен. О, я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок. Интересно, что бы это могло быть? Да это же кот! Такой милый и красивый, просто невероятно. Темный, как глубокая ночь. Да, ну ладно. Это мистер Полночь. Мой лучший друг. Я мой единственный друг. Мы ужинаем, я вижу тетю Грейс. Привет, тетя Грейс. Та еще тетя. Она мне очень нравится. Сегодня пятница, родители уезжают. А тетя Грейс заботится обо мне. Ну-ну. Неспроста это. Нам так и весело. Я вижу. Какая-то подозрительная у этой тети морда. Сейчас вечер понедельника. Я играю с мистером Полночь. Вечер понедельника. Но мне почему-то тревожно. Ёшки-матрёшки. Да это ж не чистый из Айзека. Странное существо за моим окном. Оно мне не нравится. Оно меня пугает. Внезапно я что-то слышу. Я слышу. А, боже мой, это же ее мама. Она кричит. Она хочет узнать, что же там произошло. И там произошло. Из комнаты ее родителей горит яркий свет. Окей. Она подходит все ближе. И ближе. И видит. Так, хороший знак. Мама, папа, где вы? Ну, как бы лежат. Пожалуйста, нет. Ого. Ничего себе тут расчлененка. Да ладно. Что? Ничего себе так начало. Куда же после этого всего попадает девочка? Ну, конечно, в темный лес. Куда же еще? Но кот ей поможет. Он спасет ее от чего? Ага, типа пришли взрослые, забрали девочку. Кота не забрали, он остался где-то там. Наверное, это взрослые. Френ, пожалуйста, слушай мой голос. На счет три ты проснешься. Раз. Два. И это все по минуте показывают. Три. Готово. Это был доктор. Сеанс гипноза. Гипнотерапии, наверное. Френ, как ты себя чувствуешь? Ну... Я не знаю, как она себя чувствует. Как ты себя чувствуешь? Ну ладно, я думаю, что она в порядке. Думаю, я в порядке. А как мне нажать? А, вот так. Думаю, я в порядке, только грустно видеть одно и то же. Грусть является нашей неотъемлемой частью. Как бы говорит доктор. И не поспоришь. Я хочу найти убийцу, я хочу домой. А я хочу найти убийцу. Хочу узнать, кто убил моих родителей. Полиция работает над этим. Ну, скажем, я найду убийцу и своего кота. Твой кот пропал, его невозможно вернуть. А пока у меня есть кое-что для тебя, Френ. Олигофрен. Что там для меня? Видишь стол? Там небольшая посылочка для тебя.
Она тетя Грейс, возьми. Да ладно. Так, что мы можем взять? Ну, судя по всему, это вот эта сумочка. Сумочка моей мамы. Ага, это часть инвентаря. Открой ее, там внутри что-то есть. Что там есть? Находки. Использовать, объединить, изучить. А, изучить? Дорогая Френ, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты бы хотела иметь ее у себя. Когда я размышляла о тебе, я вспомнила, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать в нее все, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность — это величайший твой дар. С любовью, тетя Грейс. Она беспокоится за тебя, эта тетя. Я тоже беспокоюсь, ведь я не сумасшедшая, но все еще здесь. О, прекрати, ты вышла из-под контроля, юная леди. Я могу идти? Да, ты можешь идти, но сперва время принять новое лекарство. Лучше не сопротивляться, так что какое лекарство? О, лекарство называется дуотин, оно сделает тебя очень спокойной. Сестра, мы готовы. И вот ваш дуотин. В смысле, что новое, доктор Дирн? Вообще-то ничего. Те же видения, что и прежде. Понятно. Держи, Френ, прими свое лекарство. Ну что делать? Тут как бы... У нас мало времени, Френ. Прими таблетки сейчас же. Ладно, ладно, не шумите. Оп! Закинулись таблеточкой. Мне плохо. Реально плохо. Только не это. Отнесите ее обратно в комнату. И, сестра, больше не давайте эти таблетки. Новые таблетки. Экспериментальные. Решили проверить на Френ, наверное, так? Но на самом деле как-то что-то стрёмно. Берегись, Френбоу. Если ты покинешь дом безумия, я найду тебя. Поймаю. И верну обратно в безумие. Френ, проснись. Лекарство поможет тебе сбежать. Френ, прием, 1-1. Я буду ждать тебя в лесу. Мяу, мур и все такое. Я люблю тебя, Френ. Как бы говорит котик, ну, не поспоришь. Итак, злобный убийца. Глава первая. Мой здравый разум. Наконец-то мы добрались только до первой главы, а уже минут 10 играем. Ничего себе, оно какое будет длинное. Ну ладно. Чё мы ждём? Подъём. Френ, проснись. О, я всё ещё здесь. Отвратительное место. Мне должна выбраться отсюда. Так, глазище. А, ну, это менять экран. В сумочке ничего не осталось. Использовать, объединить, изучить ничего нету. Какие-то стрёмные морды. Вот это мне что-то напоминает, как будто только что было в видео. Вернуться, нет, в меню мы не будем возвращаться. Давайте смотреть, что тут есть. А что тут есть? Кровать. Не хочу, я только проснулась. Понял. Вот висит что-то. Дело 25062009150000. Френ Боу Дагенхарт. Фамилия Боу Дагенхарт. Ну, наверное, Боу это батя был, Дагенхарт маманя. Или черт знает. Черт там был. Возраст 10, полженский, история болезни. Пациент была найдена недалеко от психиатрической клиники Освальда. Она, где мы находимся? Мы. Ну, Френ, конечно. С признаками психоза. Семейная трагедия. Боу Дагенхарт. Детали избегают. Лечение доктором Марсель Дирн. Французишка какой-то, Марсель. Испробовал различные лекарства, но отменил их прием из-за побочных эффектов. 25 июля 1944 года. What? Так это же война еще шла. Ну, это у нас шла. А у них там, в Америках, наверное, не шла. Или в Канадах. Или как-то не так шла. Ну, ладно, это не важно. Что тут в тумбочке? Заперто. Хорошая причина узнать, что внутри. Мне нужен ключ. Понял. Все понял. Крестик.
Надеюсь, он не упадет мне на голову, пока я сплю. Чего вдруг? Так, клоун. Я получу твой нос? Получу. Ну ладно. Ах, милая, приятная мелодия. Еще один раз. Ла-ла-ла. Она делает то же, что и раньше. То есть, понял, это ничего другого. На лампы ничего не наводится. Какие-то записки. Маленькие красные, вы прячетесь от меня. Кто? Таблетки? Я ненавижу монстра. А-а-а. Я должна найти мистера Полночь. Мне нужно найти его сейчас же. Я скучаю по котику. Он прячется, потому что боится. Он сказал, что лекарство покажет мне, где он. По-моему, лекарство, он сказал, поможет убежать, а не покажет, где он. Ну ладно. Возможно, это у нее там туда-сюда что-то не так. Вот что это еще такое у нас? Занавесочка. Ай, ладно. Ой, что-то упало, оно само. Удобный крюк. Оставлю его, чтобы позже поиграть в пиратов. Ярр, пираты. Башня обороны. Ты попалась, сумасшедшая под именем Фран. Или это оборонная башня? Кажется, это мой путь наружу. Думаю, моя голова пролезет в окно. Понятно. Все, я понял, как отсюда выйти. А, вот так. Ну, сюда глянем. О, как! Что тут творится-то? Опять крестик, но только он на него не наводится. Сундучок. Секретная шкатулка. Изучить секретную шкатулку. Изучить. Деревянная шкатулка. Она открыта. А, использовать. Ключ. Он, безусловно, что-то откроет. Ключ, ключ, ключ. Ключ. Хорошо. Классно. Мишка. Надеюсь, тебя кто-нибудь любит. Здравствуй еще раз, мистер Мишка. Надеюсь, ты, ну я понял. Кукла. Раньше у меня было синее платье, как у тебя. Я не могу играть с тобой, я на очень секретном задании. Так, мальчик, ну давайте посмотрим, что за мальчик. Пациент, такое-то имя Филмор Бранстоун. Возраст 8, пол мужской, ну то есть младше. Пациент привел в клинику Освальда вместе со своей матерью Рэйчел Бранстоун. У мальчика развилось параноидальное поведение. Паранойя еще не диагностирована. Господи, что я как-то заговариваюсь. Не диагностирована. Лечение. Ежедневная терапия доктора Марселя Дирна. Мы еще не добились доверия пациента. Он отказывается отвечать на вопросы. Ладно. Сейчас мы все исследуем. Деревянный мистер Конь, вы хорошо проводите время? Туда-сюда. Лучшая поездка в жизни. Иха, понятно. И стул. Если я сяду, то в конце концов встану. Так в чем смысл? Логично. Ну давайте говорить. Привет, Фил. Привет. Как дела, Фил? Все говорят, что я болен. Да они всегда так говорят. Они просто дураки. Ты сегодня уходишь? Я постараюсь найти мистера Полночь. Пока. Все, что ли? Поговорили? Привет, Фил. Привет. Знаешь, где выход? Ты знаешь, как отсюда выбраться? Есть много способов выбраться. Да, но все заперто. Конечно, но кабинет — это ключ. Кабинет — это ключ. Что ты имеешь в виду? О чем ты? Кабинет? Какой кабинет? Я видел, как доктор записал секретный код. А, секретный код. Что за секретный код? Чтобы открыть желтую дверь? Он не хочет, чтобы я тебе говорил. Кто? Он. Да ладно. Все двери закрыты, ты заложница моих игр. И никто не поможет тебе сбежать. Оставь меня в покое, я тебя ненавижу. Кто? Кто? Это вот она, наверное, этому чудовищу.
Или как? Ну, наверное, так. Все, я понял, очнись. Харе, плакать. Мамочка, папочка, вы так мне нужны сейчас. Ой-ой-ой. Все в порядке. Дверь. Нет, я не позволю монстру мне помешать. Окей, дверь. Конечно, закрыта. Как-то мы можем что-то использовать? Типа вот, ну, ключ использовать. Ключик слишком мал. Ладно, туда пойти нельзя и придется возвращаться обратно. Так, тут какая-то медсестра. Мои ноги в порядке. Ну, хорошо. Пустая бутылка, пустые стаканы, ничего. Полотенца? Они мне не нужны. Не думаю, что что-то из этого мне пригодится. Так, ничего не берется. Ой, а тут закрытое окно, забитое окно. Сложно что-то разглядеть. Ну ладно, не разглядывай, идем дальше. Может, в этому окну? К этому окну. Детская площадка. Доброй ночи, деревья и луна. Уверен, это не лучший путь для побега. Ну ладно, нет и нет. Так, что мы еще можем сделать? Все, в принципе, поговорить с теткой. Френ, ты проснулась. Хорошо. А сколько я спала? Ну, возможно, 3 дня. Я сонная из-за лекарства. Да, из-за него, поэтому ты больше не будешь его принимать. Котик велел мне его принимать. Ой, забыла, кое-что случилось. Вот видишь, от тебя одни неприятности, что там? Ну, я пыталась посмотреть в окно и случайно сломала штору. Ну, случайно. Ну-ну, случайно, нужно все исправить, следуй за мной. Хорошо. Ну следуем же, чё? Все по-честному, следуем за ней. Чего-то не хватает. Ты видела крюк, на котором держалась штора? А... Какой крюк? Ну что ж, мне придется чем-то его заменить. Ах ты мелкая девочка. Девчонка. Да. Нет, девчонки. Эти мелкие девчонки, как они надеются? Это надо себе там бубнит под нос. А тем временем мы, наверное, что-то должны на нее на столе найти. Что-то мы находим на столе, Да, я возьму эти пластыри, чтобы остановить кровь. Какую кровь? Ну, ладно. Фу, что фу? Фу, ну фу, я понял, фу. Тяжелая травма может оказать большое влияние на ребенка, полностью изменив его непривычную жизнь. Например, дети после травмы могут страдать в легкой или тяжелой степени от нехватки. Ой, короче. Например, симптомы серьезного психологического заболевания. Травмы могут привести к ряду симптомов серьезного психологического заболевания. Например, недоверие к окружающим и неспособность чувствовать себя в безопасности могут быть признаками паранойи. Так, что у нас лобная доля, двигательная зона коры. Очень интересно, височная доля. Я это все в школе учил. Ну, в смысле, строение черепа. Сейчас не знаю, учат ли. Это что у нас было-то? Анатомия или как-то так? Часть биологии. Короче. Палата 04, сестринский отчет о посещении, медсестра Глэдис Ханна, пациент Френ Боу Дегенхарт. Ну, это она, то есть наша Френ. Пациент почти все время спит, она... Что? Просыпается только, чтобы попить, но я не думаю, что она это помнит. Выпив воды, она снова засыпает. Уже 3 дня она ни с кем не общалась. Несколько детей приходили и спрашивали о том, когда она пойдет с ними поиграть. Дуатин. 8H. Что бы это могло значить? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, H. Ну, это код, наверное, какой-то. Ключ к какому-то коду. Текс. Боже мой, это ужасно. Пистолет дайте мне, пожалуйста. Зачем он медсестре? Она хочет убить нас всех. Я оставлю все как было. Мне в самом деле нужно убираться отсюда. Не спеши. Кажется, тут лежит лекарство. Но шкатулка закрыта. Шкатулка закрыта. Шкатулка. О, кстати.
лейкопластыри. А ну-ка, вначале изучим. Крошечные пластыри для лечения ран. Согласен. А, шкатулка. Мои таблетки внутри, я знаю. Мне нужно взломать код. Код? Давай-ка мы попробуем использовать их. Хайт. Ой, это надо посчитать, что там было. Значит, H это... A, B, C, D, E, F, G, H, 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Потом I, 9. A, B, C, D, 4. E, 5. Значит, вот так вот. Сработало! Таблетки! Котик сказал, что они мне помогут. Помогут тебе таблетки? Френ, кто же знает. Ну что, будем принимать? Тынь. Иди осторожно. Таблеточки сработали. Убирайся, жуткое существо. Что ты такое, а? Скажи мне. Нравится ведь меня грустный? Убирай, ну это я понял. Так, крыска какая-то. У тебя рот немного в крови, ты в порядке? Ну да, понятно. Окно глянуть. Все как и было, ничего не поменялось. Детская площадка, ну хорошо. А, теперь может что-то есть в шкафу? Все. Ты кто такая? Привет, мисс медсестра. Вы в порядке? Привет, а? Алло? Так, это что? А, спица. Что-то я такое помню, что вот это и это надо объединить. Как-то так вот. Золотой круг с предметом спица. А, ну да. А, вот так. А, объединить. Вот. Тьфу, не работает. С чем-то другим надо объединять, я забыл. Может, шпилька какая-то? Ну, пока ничего нету. Ладно, ну пусть будет. О! Зато вот выход есть. Ты спишь, милый кролик? Конечно, он спит. Так, музыка все та же. Заперта, хорошая причина узнать, что внутри. А где клоун? Ой, а там что-то вообще. Куда делся клоун? Надеюсь, он не поблизости. Похоже, что он сбежал с картины. Еще бы ты хотела забрать у него нос. Кто это сделал? Семейная трагедия. Это была не я. Нет, нет, нет. Ну-ка, что нового в картинках появилось? Ну, тут, наверное, выйти нельзя. Кровь. Найти его. Кота. Я ненавижу монстра. Нет, 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 нет. Все ужасно. В общем, жесть какая-то. Так, а ну глянем, что еще тут. Нет, нет, ни в коем случае. Вы не можете ей этого рассказать. Но она должна знать. Вы не можете скрывать ее от меня. А причина более чем ясна, Грейс. Нет, это не так. Я хочу забрать ее домой. Сейчас же. Нельзя. Ее психическое состояние еще не нормализировалось. Тараканчик. Че это такое? Подъем. Это было на самом деле? Дорогая тетя Грейс. Интересно, что она хочет мне сказать? У доктора нет души. Сегодня вечером я иду домой. Так, что тут у нас? Ой, нет, лисичка, не плачь. Ну-ка. Что там с окном? Здрасте. Щедровать можно? Каледовать можно? Это моя голова? Они не отвечают. Отдайте мне мою голову, пожалуйста. Просто уходите. Странные существа, валите отсюда. Ну да, выглядит стрёмно. А ну-ка пошли глянем, что тогда творится еще. Тут что творится? О, тут он что творится. А ну поговорить можно с ним?
Почему ты так на меня смотришь? Ты меня пугаешь. Что это за черная штука сидит рядом с тобой? Она тебе что-то говорит, ты слышишь? Фил играет со своим дядей, но дядя безумен. Безумен! Фил плачет, бедный Фил. Видишь, ты убил птицу. Твоя мамочка недовольна. Дядя умрет. Фил играет... Ну, короче, ерунда какая-то. Так, еще какой-то олень. Привет. Ой, нет, ваша голова случайно отвалилась. Попробуй вернуть ее на место. Ну, простите, я не могу вам помочь, мистер Олень. У вас проблемы с головой. Ну, правда же. А, по-моему, надо... Я понял. Значит, надо взять... Использовать золотой крюк на... Форма не подходит. Тогда может спицу использовать? Что-то я пропустил где-то. Использовать предмет спица с дверью. Почти здесь есть другое отверстие, мне нужно что-то еще. А вот теперь использовать крюк. Форма не подходит. Что-то пропущено. Ну даже не знаю. Что у нас есть еще? Может отключить вот это? О! Фух! Полегчало-то как? Спица. Ну что, давайте мы ее изучим. Маленькая и острая может где-нибудь пригодиться. Вот она вставилась в дверь. И еще что-то должно быть. А, ключ. Ключ. Отсюда же ключ, наверное. Это же понятно. Заперто. Хорошая причина узнать, что внутри. Вот тут-то мы используем ключ. Эть. Получилось. Внутри что-то есть. А что же там внутри? О! Так, во-первых. Фото. Семьи. Мама, папа, тетя Грейс. Вот у них какие-то такие вот брошки. И, ну, естественно, Френ и ее котик. Мистер Полночь. Ну, все, что ли? А, да нет, стоп. Чуть-чуть что-то. Вот же еще. Вот. Вот. Теперь их объединить и надо. Помню, что я так как-то... Объединить. Предмет заколка с предметом... Во! Фантастика! Мой собственный специальный ключ. То, что нужно. То, что доктор прописал. Ну, или типа того. Типа того. Пошли смотреть же. Это же его теперь надо вот в эту дверь вставить. Побег идеален. Конечно, закрытый. Но у нас ведь есть... Вот это. Да, навстречу счастью. Бежим. Здрасте. Что у вас тут есть? Туалет есть. Глянем, туалет. Что с туалетом творится? В туалете пишут. Ничего не пишут. Трон пустый. Я вообще-то... Ну ладно. Я не знала, что любой сможет увидеть, как я... какую? Какая мерзость. И правда, тут как бы окно в туалет, чтобы прям смотреть, ну... Я смогу и сделаю это? Что? Что нас может и сделает? Ладно, понятно. А теперь включим это. Ой, да ладно. Что пробежало-то? Король любит рисунки. Король вот этого трона? Да. Ладно, понятно. Ох ты, ёшки-матрёшки. Что это было? Серьезно? Так, папа не был рядом, маме было плевать. На что? Что их режут ножами? Кстати, окно. Лабиринт нам не позволяет там играть. Лабиринт? Ого, сегодня туман очень густой. Хотела бы затеряться в нем. В тумане или в лабиринте? Ёшки-матрёшки! Стой! Ты мой любимый друг. Бип-бип-тр. Если хочешь меня обнять, попробуй поймать. Тр-тр-бип. Если не можешь поймать, значит не смогла еще разыскать. Бип-бип. Так, подожди, а мы вышли откуда? Отсюда? Мы еще можем сюда зайти. Ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, мы что? Я хотел просто... Отсюда мы вышли. А, ну да. Кажется, вот это окно пропустил.
Или мне показалось просто? Сложно что-то... Нет, я тут был. Все, понял. Детская площадка? Хотя нет, она что-то говорит. Сложно что-то разглядеть. Это детская площадка? Возможно, уже кто-то пытался выпрыгнуть в это окно. Не, ну нет и нет. Так, и выходим мы, получается, из вот этой двери, на всякий случай. Запомнить. Так, отключаем пока пилюльки. Фух, он как-то полегче. Не понял. А ну еще раз. А что тут дверь-то есть, а там нету? Что? Раньше здесь этого не было. Да ведь и правда же не было. Хоп. Вот же нету. Ну подождите, глянем тогда соседнюю палату, что там было-то. Так. Ну, ладно. Игрушки. Посмотрим. Смотрим. Красная марионетка и змея. Мишка и много других вещей. А взять это нельзя? А что это такое? А, понял. Это диалоги. Закрой пледом ноги, старушка на стуле. И твоя попа будет плоской, как лицо. Ахахахаха, смешно. Устройся уютно, как это делают все старушки. Ну, понятно, короче. Ты что такое? Ах, настоящие цветы. Они так сладко пахнут. Ящик пуст. Кстати, ящик там. Кукла. Эта кровать очень розовая, потому что на ней... А, клоун. О, это один из немых клоунов. Немых? Что значит немые клоуны? Это... Я видел их так много, и все такие грустные. Но этот очень веселый. Молодец. Так, что еще тут есть? Рисунки на стене, но их нельзя нажать. Уж как-то накрывать, нажать по-хитрому, нет. Ну, теперь говорить, ладно. Привет. Ты их видишь, правда видишь? Кого вижу? Существ, которые следуют за каждым. Тени? Ты имеешь в виду тени? Да, да, я их не вижу, но знаю, что они и есть. А ты знаешь, что они такое? Да, наверное. Ну, скажи мне, пожалуйста, что это за они такие? А, ты любишь рисовать? Я обожаю. О, я тоже обожаю рисовать. А, ну расскажи мне побольше о тенях. Ручка, хочу найти ручку, я все время рисую. А что ты рисуешь? Кое-что. А что именно? Свои сны, теперь уходи. А, все сложно. Они мои карандаши. Ладно. Можно взять? Мне очень нравится этот зеленый карандаш, можно его взять? Нет, тогда я не смогу рисовать зеленым цветом. Это смешно. Взять этот карандаш, я не знаю, он нужен. Да, это так, но у тебя много других цветов. Да, цветов много, но ты знаешь, они не любят, когда я рисую. Кто не любит? Медсестры, они связывают меня, и когда я хочу рисовать, я не могу. Да, меня тоже иногда связывают. Вот больно и неприятно. Когда я не могу рисовать, я делаю себе больно, и появляется красное молоко. Дурдом. Да, это дурдом. Ничего себе, она как себе. То есть что? У нее забирают специально карандаши, чтобы она не рисовала, и... В общем, жесть какая-то. Но... Пожалуйста, вылечи меня, останови красное молоко. Я посмотрю, что можно сделать. Да. Кстати. Закинуться таблетками и увидеть, что тут творится. Вот что тут творится. Тут творится... Ой-ой-ой, что творится. Клоуна опять нет. Куда делся клоун? Надеюсь, он не поблизости. Ты можешь видеть. Да. Повсюду крохотные ручки, пожирающие душу. О. Да. Даже чистейшие из вещей погибают в этом месте. Она про цветы. А вот и клоун. Да ладно.
Я не хочу его трогать, это же клоун с картины. Вдруг он прыгнет и напугает меня. Ничего не случилось, должно быть, он мертв. Так, а чё качается? Ну ладно. Что с этим-то теперь? Ты должна винить себя, молчи. Почему ты выглядишь как тряпичная кукла? Что они с собой сделали? Пожалуйста, кто-нибудь скажите мне что-нибудь. Он забирает ребенка внутри тебя и поглощает его. Никто тебе не верит, хотя раны кровоточат. Ты должна винить себя, молчи. Таракан, успеть схватить таракана? Не успели. Короче, адский ад. Адский ад и какой-то трэш Содом и угар и Содомия. В общем, дурдом такой, дурдом. Ну, кстати, а это не берется тоже. И можно пойти только... Ну, по лестнице пошли. Ой, здрасте. Вот ты где. Ты должна быть в своей комнате. Дверь была закрыта. Но вы оставили ее открытой. Я уверена, что не оставляла. Я знаю, потому что закрыла ее. Вы уверены? Вы сказали мне идти есть. Правда? Хорошо, иди. Есть. Сработало, мы ее обманули, перехитрили. Ну, так, наверное, должно быть что-то такое, что пикает. Ограждение закрыто. Желтая дверь. Это мой путь наружу. Да, наружу, только тут закрыто. Так кто такой? Сэр Освальд Гаррисон, бородатый старик. Согласен. Он что-то пикает. Интересно, для чего этот мигающий огонек? Ну, наверное, он мигает. На том указателе видно, где в клинике что находится. Приемная. Здесь всегда можно найти медсестру. Все? Здрасте. Мужичок с ноготок. Можем пройти? Хотя нет, подождите. Так, вот это что такое? Клиника Освальда, главврач детской психиатрии, доктор Марсель Дирн. Пациенты. Энни Шульц, Демиан Гольсман. Гольсман. Фил Морбранстоун. Это Фил. Чарльз Хик. Ференбоу. Джейсон Кох. Лизбет Морг. Хорошая фамилия Морг. 30 июля 44-го. Почему тут стоят галочки? Это типа... А, посещение. К ним кто-то приходил. А к Френбоу не приходили. Ай-яй-яй. Эй, держись подальше от кабинета. Ну ладно. Должно быть, это ключ от кабинета. Но как мне его достать? Эй, на что ты там смотришь? Нет, ни на что, я просто думаю. Значит, ты умеешь думать. Тогда подумай над тем, чтобы убраться отсюда. Да, да, обязательно. Если я вызову скорую, они мне вряд ли помогут. Ну еще бы, ты уже в медицинском учреждении. Этот стол совсем не интересный. Я не хочу приближаться к этому охраннику. Окно? Я не могу добраться до этих крошечных окон. Ну ладно, пошли дальше. А, не-не-не, подождите, надо же еще. Доберись до ключа. Хрюшка немножко голый. Фу, хрустящая свиная голова. Можно подавать на стол. Интересно, кто бы стал это есть? Интересно, какая это часть тела? Липкие кровавые части. Кстати, мы тут и не посмотрели, что творится. Творится страшное. О! Здрасте. Эй, там, наверху, мисс. У вас очень красивое платье. Вот. У ее мамы тоже были красивые платья. Понятно. Часы с глазом. Эти часы звучат странно. Кажется, они шепчут прямо в ухо.
Правда, я не могу понять, что они говорят, но... Да ладно. Так, картина. Сэр Освальд Гаррисон, ну это все было уже. Интересно, почему он построил это место. Может, у него был безумный ребенок, и он хотел от него избавиться. Вот какое-то, что это? Кровоточащие часы. Будто время сломалось и остановилось. Эти часы угнетают. Для чего этот мигающий огонек? Очень гипнотизирует. Жаль, что не могу его выключить. Ну, тоже понятно. Еще часы. Этот глаз похож на глаз мистера Полночь. Возможно, поэтому... Потому что его время на исходе. Мой бедненький котик, я должна тебя найти. Приемная. В общем, все. Обсмотрели. Та-дам-та-дам-там. Идем дальше. Хотя, может... Ну, давайте еще эту комнату. Ну как комнату? Ну, привет. Привет, ты в порядке? Что все это значит? Вот это? Я просто хотела узнать, все ли в порядке. Я не хочу говорить. Доктор вскроет тебе череп, если ты не уйдешь. Он любит есть мозги. Он уже забрал их у меня и съел все мои мысли. Он съел твой мозг? Он съест и твой. Я видела тебя в кабинете доктора. Ты была мертва. Тогда я пойду. Надеюсь, ты обретешь новые мысли. Пока. Такое. Ну, в общем, не может добраться до этих крошечных окон. Я могла бы пойти и посмотреть в другие окна. Ну и тут как бы сюда не пустят. Сквозь это ограждение чувствуется промозглый ветерок грусти. Интересно, что они на самом деле там делают? Возможно, я не хочу знать. Да тут целых два клоуна. Что он делает? Что у него на голове? У него шрам на голове. Его вскрывали череп. Ладно, наверное, для одного эпизода достаточно. Ну, а дальше-то мы будем проходить дальше в следующем эпизоде. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Лайки за Франбоу. Ну, ёлки-палки. До новых встреч!